11-й там ежегодный, вот в прошлом году там единственный был там пропущен, но у нас уже 11-й, там фестиваль, там фейерверков, и мы должны гордиться тем, что мы, ну, не все города России, где проводятся фестивали фейерверков. То есть цифра 11 это вот только Новосибирск нас там вогнал, но Новосибирск там одни там новосибирские команды выступают. Значит, на этом фестивале и еще одна там мечта наша там осуществилась, то есть он будет впервые там проведен на очень прекрасном, я считаю, месте. Это напротив набережной реки Тура, нашей там замечательной, там четырехъярусной там набережной. Для зрителей это будет особенно удобно там смотреть. Само действие это будет в створе улицы Красина, если смотреть там на город. Будут там пятиминутные пиро, музыкальные там композиции, то есть не фейерверк под музыку, а музыкальный фейерверк. Кто с этим сталкивался, кто видел, тот меня поймет. Поэтому всех приглашаем в 22 часа, там 30 числа, на набережную.